Лидер легендарного рок-квартета The Monkees Дэвид Джонс скончался в возрасте 66 лет от сердечного приступа в своем доме во Флориде. Коллектив активно вел концертную деятельность в 60-е годы. Джонс был вокалистом, начиная с первого выступления. Самой известной песней The Monkees стала I'm a Believer, которая помимо собственной популярности уже в 2000-е стала саундтреком к мультфильму «Шрек». Дэвид Джонс активно снимался в кино, впервые появился в эпизодической роли в возрасте 11 лет. После распада группы занимался неактивной сольной карьерой и съемкой в фильмах.